Всем привет, друзья! С вами Роман, и вы на канале Кефир. Сегодня очень захотелось поесть рыбки. Я решил приготовить, как всегда, руководствуясь двумя простыми принципами. Первое – максимально вкусно, второе – максимально быстро. Так, погнали готовить! Ну вот, друзья, смотрите, что у нас получилось. Нежнейший лосось в сливочном соусе. Давайте попробуем кусочек. Дурка сразу возьму. Это просто непередаваемо. Нежный лосось, сливочный соус, шпинат, помидорки дают кислинку. Это просто классно. Всем пока!